Ли вот с такой новостью. Мы показали вашу фотографию, историю вашей семьи американцам. И очень хорошая семья, добрые люди, семья Килл прониклась вашим горем. И они очень захотели вам помочь. Вместе со своими детьми их большая семья собрала деньги. Вы скоро получите дом. Спасибо. Спасибо. Буквально через 4-5 недель вы будете жить в своем доме. Это они прислали вам такую открытку с такими словами, которые они бы хотели вам передать, сказать от себя для вашей семьи. Выражаем благодарность, то, что они отозвались, вот, проявили, можно сказать, неравнодушие. И когда вот это случается, вот такие у нас события не только стали, но кто-то проявляет нету безразличия, а именно вот желание помочь, какой форме это не было, у кого разные возможности. Вот. Просто рада, что есть добрые люди на земле. Вот. И большое за это спасибо. Вот. И желаем, чтобы у них в семье был всегда мир, радость, смена благополучия, да, и многие лета, и чтобы